красивого дня. В субботу 30 июля 2016 года. Исторический музей. Казанский собор и Никольская улица. Московский ГУМ. Красная площадь. Московский Кремль. Да, Красная площадь пока ничем не занята. Вот так выглядит. Красная площадь. Длиной 330 метров, шириной 75 метров. И вообще площадь 24 750. Вот такая она у нас, Красная площадь в городе Москве, столица. Красивая. Так, это по Красной площади, про это. Как хорошо, когда она свободная. Когда она свободна, кажется большой. Когда что-то поставлено, так она кажется такой маленькой. Красиво. Самая любимая всеми. Красная площадь, центральная площадь города Москвы. Там чисто загадки. И главная площадь нашей страны. Да, многолюдно. Девочки мне попозировали. Так им захотелось попасть в кадр, что и они. Вот и солнышко. Да ничего это не дура, когда нам так. Все, кто приходит, они
обязательно бывает на Красной площади. Ну, в зале еще не сходила. Обязательно схожу. Да, красиво. Залей Владимира Челина. Надо еще раз ходить последний раз. Московский дом. С иконкой. Самый красивый магазин. Магазин с 1893 года. Бывшие средние, верхние, верхние торговые ряды. А вот там средняя торговля. Некрополь. Надо же кладбище в центре города. Да. Хорошо здесь. Парад надеваем или как? Красная площадь. Не, я вас слышала, не волнуйтесь. Больше нет, потом вот там. Все, уходим? Сенат. Здесь работает наш президент. Дворец Сенат. Спасская Московская Кремля. Когда я пойду гулять в Кремль, я на обратном пути выйду через Спасскую башню. Запускают. Теплый вечер, даже жаркий вечер сегодня. Красная площадь в городе Москве. Thank you.
Красная площадь. Да, народ отдыхает прямо на брусчатке. Улица Миленко. В Московском Кремле 20 башен. Царская башня самая молодая. Спасская башня самая красивая. Пойдем вокруг, а потом пойдем Русский собор. Здесь заканчивается Красная площадь. Покровский собор. Собор Василия Блаженного. Очень красивый. Красивый Покровский собор на Красной площади. Возле собора стоит памятник Минину и Пожарскому, герою освободительной войны 1612 года. Минин и Пожарский. Лидеры народного ополчения. Мои земляки из Нижнего Новгорода. Из того края. Красная площадь сегодня, 30 июля 2016 года. Так выглядит многолюдная. Это хорошо. Много туристов, наших и зарубежных. Любимое место. Красная площадь. Вот такой красивый закат сегодня. Синий закат над Красной площадью.
приятный вечер сегодня. Красная площадь. Дети приезжают, чуть ли не в шубу пришел. Мы вчера слушали, мы сегодня собирали. Это клубное место. По монетке. Клубное место, место историческое. Холодное место, ну да? Холодное место. Место казни. Красное веко. Попал. Бросает на память, что вывернулся. Что ли заяц, то ли кто-нибудь сапожок. Клубное место. Сложила для объявления государственных актов. Объявление войны или мира. Оглашение указов. О налогах, указов, указах, которые совершались не на клубном месте, а на Красной площади, на специальных деревянных помостах. И здесь тоже были. Да. Такое место есть. Водное место. На Красной площади в городе Москве. Напротив Спасских ворот. Ну, страшное место. Водное место называется. Красивое место. Красная площадь. Так, клубное место, памятник архитектуры. Клубное место. Сооружено в 1549 году. Переделано в 1549 или втором, не вижу, переделано в 1786 архитектор Матвей Казаков. Работал, охраняется государство. Главное место. Вот так выглядит. Ленина и Пожарскому возле Покровского собора на Красной площади. Поставлен в 1818 году. Выдающиеся люди с
смутное время 1612 года. Большие дела сделали. Период польской оккупации. Спасли Россию. Победник гражданину Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия. Вот что написано на памятнике. Да. Вот такой памятник стоит. Есть у нас в городе Москве. Красивый. Сейчас будут бить куранты на Спасской башне Московского Кремля. Вечера 19 часов. Точное московское время. Красная площадь. Сегодня вечером 30 июля 2016 года. Красная площадь. Город Москва, столица. Июльский вечер. Сегодня город Москва, столица.